Жила-была мышка. Она была умная, хитрая, кого угодно могла обмануть. Однажды поселилась она рядом с чайкой. Выглядывала из своей норки, все следила за чайкой. Чайка была не против такой соседки. Делились они всем, что у них было. И ходили даже вместе на охоту. Мышка по земле, а чайка летела, высматривала, где что можно добыть. Вот так дружно жили и делились всем, что у них было. Вот пришла весна. Чайка снесла яйца, и мышка потеряла покой. Все думала об этих вкусных, вкусных яйцах. Но вдруг наступили такие весенние холода, что добрая чайка позвала к себе мышку и уложила рядом с собой, даже потом накрыла ее крылом рядом с яйцами. Ночью мышка не могла уснуть. Она была потрясена близостью к таким тепленьким, таким вкусным яйцам. И, сказав чайке, «Ну, как тесно у тебя, тесно!» не вытерпела и убежала в свою нору. Боялась, что не вытерпит и все яйца сразу съест, а чайка потом ее съест. На следующее утро, когда чайка улетела, мышка не выдержала и съела одно яйцо вместе со скорлупой. И тут увидела, что чайка обратно летит. Она быстро привязала себя тальниковой веревкой к кустарнику и начала там ойкать, айкать, ой-ой. Чайка прилетела и говорит, что случилось? Где мои яйца? Ворона прилетела, ворона напала на твои яйца. Мышка ей жалуется. А я, твоя соседка, как могла охраняла. Она меня тальниковой веткой вот связала и привязала тут. И я ничего не могла поделать. Она яйца съела. Спаси меня, сними меня, ведь я сейчас умру. Чайка ее развязала и стала даже ухаживать за ней больной. Мышка ночью пошла в свою норку, тоже подальше от таких вкусных яиц. А на утро чайка снова улетела. Мышка подбежала к гнезду и увидела, что яйца вот-вот вылупятся, и быстро съела еще одно яйцо. Осталось последнее. Она снова себя привязала к кустарнику. Чайка прилетела и спрашивает, «Ну что случилось? Что случилось? Что случилось?» «Ворона! Ворона!» Снова прилетала. «Опять ворона?» «Да, развяжи меня, пожалуйста, дышать нечем». Доверчивая чайка снова развязала мышку, и та убежала к себе. Мышка совсем перестала общаться с чайкой, постоянно только и думала, «Ой, съем последнее яйцо и убегу, уйду от нее». А чайка стала думать, «Всегда прилетает какая-то ворона, съедает яйца, а я ее даже не видела ни разу. Надо проверить мышку, вдруг она лжет, неправду говорит». И чайка как будто улетела, но на самом деле спряталась и стала выжидать. А мышка лежит и у себя песенки поет. «Какая я умная, какая я умная! И опять я обманула, опять обманула! А ведь никого не было ни вороны, ни совы, никаких зверей!» Чайка смотрит, слушает, наблюдает,
караулит, ждет, кто же подойдет к ее гнезду. Мышка подбежала. Ой, какое вкусное яичко! Ой, не могу, съем последнее! И только она поднесла яйцо ко рту, как чайка, мама, тут как тут, ударила по голове. Ударила мышку по голове. Яйцо выпало, а мышка закричала. Но вместо крика у нее получился писк. Чайка укусила мышку за хвост, а мышка чайку за ногу укусила. Чайка хотела проглотить мышку, но та вовремя укусила ее за нос, схватила и сдавила. От боли чайка закричала: «Коня! Коня! Коня!» И этот раненый нос мышка прокусила зубами, зубами зажала. И от испуга так быстро убежала после, что чайка до сих пор не может поймать мышку. С тех пор чайка летит за мышкой с криком другим, а мышка убегает с писком.